Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В эфире программа «Чай с футболистом». Меня зовут Елена Лоза, и сегодня я пригласила на очередное чаепитие в наше знаменитое и очень гостеприимное фан-кафе защитника команды ФК «Севастополь» Леонида Загребельного. И поговорим мы за чашечкой ароматного чая о его достижениях, увлечениях, конечно же, планах. Здравствуй, Леонид! Спасибо, что заглянул к нам прямо перед тренировкой, и я по традиции не могу не спросить, какой чай предпочитаешь, черный, черный, зеленый? Черный, да? Хорошо. Пока наш чай заваривается, я бы хотела начать нашу беседу с вопроса традиционного уже о твоем детстве. Каким оно было? Детство у меня было замечательным, очень радостным, было много всегда друзей, собирались там, играли в различные игры, там прятки, лова, казаки-разбойников. Ну, играли в основном в футбол тоже, любили очень. А откуда взялась любовь к футболу? Любовь к футболу мне привил мой старший брат. Он с раннего детства меня брал на футбол всегда с собой. Ну, я изначально наблюдал, как и парни постарше играют. Ну, там со временем меня начали брать тоже в свои команды. Футбольная школа. Когда ты понял, что вот готов уже пойти на ступень выше, грубо говоря, дворового футбола, уже в такое более посерьезнее? Где-то в 11 лет я попросил своего отца и старшего брата отвезти меня на мою первую тренировку. Вот так. Школу закончил ты недавно, а учился хорошо? Можно сказать, нормально. Нормально. Хорошо. А вот теперь вопрос. Здравствуйте, Леонид, пишет Владимир. Вы прошли Академию Севастополя и на данный момент продолжаете играть за моряков. Готовы ли вы и дальше защищать эти цвета, даже если поступит предложение получше? Успехов, а главное, без травм. Ну, думаю, если поступит предложение получше, да, я не против увидеть что-то новое и попробовать свои силы. Но на данный момент меня все устраивает, все устраивает. А где сейчас учишься и насколько эта профессия пригодится тебе в дальнейшем, на твой взгляд? Ну, учусь сейчас в Севастополе, здесь в филиале Вернадского. Ну, физическое воспитание. Ну, о профессии пока не задумывался, хочу еще поиграть на хорошем уровне футбол. Наш чай уже готов. Как всегда, фирменный чай от Fan Cafe. Угощайся, черный, как и любишь. Сахар. Итак, Леонид, еще один вопрос от кота Василия. Симпатизируешь ли ты какому-то из клубов РФПЛ и за какую команду, кроме Севастополя, болеешь? Ну, из РФПЛ мне нравится команда «Зенит». У них хороший стиль игры, хороший тренер. А так болею за Реал Мадрид. Пишет Юлия. Здравствуйте. Есть ли у вас девушка? Если есть, то ходит ли она на матчи и поддерживает ли вас? Да, есть у меня девушка. Познакомились недавно. Пообещала, что будет ходить на футбол всегда и поддерживает меня, болит. А вообще на футболом раньше как-то увлекалась или вот случайно? Нет, она до нашей встречи ходила на футбол. Так. Каким тебе больше нравится быть? Центральным, свободным, опорным или крайним защитником? Спасибо, Владимир. Ну, комфортно себя чувствую центральным, конечно, защитником. Ну, я могу сыграть, в принципе, на любой позиции. Леонид, пишет Павел К. Скажи, пожалуйста, каково твое отношение к алкоголю и никотину? Как любишь расслабляться и какое твое любимое блюдо? Такой большой вопрос весьма. Ну, к никотину точно отрицательно. Ну, по алкоголю можно немножко по праздникам, иногда позволяю себе. А расслабляешься как? Расслабляюсь. Ну, после игры с командой, с ребятами из команды можно сходить в сауну. В основном с друзьями или гуляю с девушкой. А какое твое любимое блюдо? Думаю, пицца. Пицца. Но у нас сегодня не пицца, а такие вкусные ватрушки с творогом от поваров Fan Cafe. Очень вкусные и очень ванильные такие. И много изюма. Так. А помнишь ли ты
свой самый первый гол. Какое чувство испытал тогда? Спрашивает болельщица по имени Мила. Ну, свой первый гол я забил еще, когда мы были юношами, лет, наверное, 15-16, точно не помню. Мы тогда играли в чемпионат Крыма в Куйбышеве против Таврии. Угу. Мы вроде как, не помню точно гол. Обыграли с партнером Стеночку, и он вывел меня один на один, и я решил. Какая музыка тебе нравится? Какой фильм нравится? Какой стиль преобладает в твоем гардеробе? Костец спрашивает. Музыку в основном слушаю разную. В основном рэп. Фильм, наверное, 1+1. Спортивный стиль. Спортивный. Хорошо. А вот как настраиваешься на игру? Спрашивает болельщик по имени Алекс. Слушаю музыку. Музыку? На заездах бывает читаю книги. Ага. Какие книги? Последнюю книгу прочитал — Гарри Поттера. «Тайная комната». Здорово. Я тоже, кстати, люблю Гарри Поттера. Вот, и фильмы о нем. А что для тебя значит Севастополь? Спрашивает кот. Севастополь для меня как стал уже практически родным городом, так как я вырос в детстве, жил в другом городе. Очень красивый город, очень нравится. Хотелось бы всегда жить в этом городе. Хорошо. Лёх, и наш традиционный блиц-опрос. Скажи, пожалуйста, чего ты боишься в жизни? Боюсь потерять доверие близких. Какой момент в жизни для тебя стал самым запоминающимся? Ну, это было в 2010 году. Поездка в Австрию, в город Вельс. Угу. Ты сам ездил или с командой? Нет, мы ездили с командой из города Саки. Угу. Там выступили, мы заняли 3-е место. А какие у тебя планы на новый 2018 год? Он уже не за горами. Планов таких-то нет. Хотелось бы получить водительское удостоверение. Замечательно. Занимаешься ли ты благотворительностью? Нет. Считаешь ли себя мстительным и злопамятным человеком? Нет, не считаю. Как ты считаешь, жизнь — это больше боль или счастье? Ну, каждому судить по себе. Для меня, конечно же, счастье. Можешь ли себя назвать перфекционистом и доволен ли ты собой? Нет, не могу себя назвать перфекционистом, но бывает доволен собой. Хорошо. Ну и твое послание нашим дорогим болельщикам. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, чтобы никогда не болели и не пропускали игры любимой команды. Леонид, ты сегодня отвечал на все вопросы, которые наши болельщики прислали на электронный ящик e.lasa@fcskchf.com. В итоге победителем выпуска стал Владимир Кучурян. И по традиции победитель получит пригласительный билет на очередной домашний матч нашей команды, а также сувенир с твоим автографом. Кстати, ближайший домашний матч команды ФК «Севастополь» 5 ноября в 15:00. Соперником наших ребят станет ПФК «Кызылташ» из Бахчисарая. Леонид, спасибо тебе огромнейшее за откровение, спортивной удачи и, конечно же, благополучия во всем. Дорогие друзья, а я напоминаю, что прием писем с вопросами для очередного гостя нашей программы будет осуществляться, как всегда, с пятницы по вторник. Электронный ящик e.laza@fcskchf.com. Вы его видите сейчас на своих экранах. Автор самого интересного вопроса получит сувенир с автографом футболиста, а также пригласительный билет на очередной домашний матч нашей команды. Главное, не забудьте в письме указать свои имя и фамилию. Можно ник и номер контактного телефона, чтобы мы смогли с вами связаться. К слову, очередным гостем программы «Чай с футболистом», выпуск которой выйдет 9 ноября, станет нападающий ФК «Севастополь» Юрий Плешаков. Ждем ваших вопросов и до скорой встречи!